Пальба в Ивано-Франковске. Сегодня в полдень в центре города неизвестный расстрелял авто, в котором находился местный бизнесмен Игорь Гербин, известный как Червонец. Стрелок выпустил в него примерно 7 пуль, после чего скрылся с места преступления. Бизнесмена доставили в областную больницу в тяжелом состоянии. Преступника разыскивает полиция. Благодаря камерам видеонаблюдения удалось установить, как он выглядит, а также автомобиль, на котором он уехал. Местные СМИ сообщают, на фото местный криминальный авторитет по прозвищу Дыра. Машину уже нашли, стрелок бросил ее в нескольких километрах от места преступления, сам же скрылся. В городе объявлен план-перехват, причина конфликта пока неизвестна. Как сообщают правоохранители, это не первое покушение на Игоря Гербина. В прошлом году в него тоже стреляли. Попередняя информация, что цей конфлікт виник на ґрунті непризнаних стосунків, які виникли між даними громадянами попередньо. Але це все, я наголошую, не треба сприймати як кінцеву версію. Відомо, що в нього вже неодноразово були конфлікти, буквально в тому році. Так само в даного громадянина проводилися, скажімо так, тілесні ушкодження були заподіяні з вогнепальної зброї. Пацієнт поступив в крайньо важкому стані з попереднім діагнозом проникаюче вогнепальне поранення грудної клітки. На даний момент пацієнт перебуває в операційній торакальній хірургії, іде оперативне втручання.